Привет, с вами канал «Еда на любой вкус». Предлагаю приготовить очень быструю и незатратную, конечно же вкусную, выпечку к чаю. Это манник на кефире с яблоками, без яиц, молока и муки. Готовится все очень быстро. Пожалуй, начнем. 300 граммов яблок, очищенных от семян и кожицы, режем тонкими пластинками. Можно слегка сбрызнуть лимонным соком, чтобы меньше темнели. Сразу подготовим форму для выпечки. Я буду делать в форме кексов. Можно также использовать одну большую. Смазываем растительным маслом и посыпаем манкой. Так будет легче доставать. И теперь быстро готовим тесто. 400 грамм манки всыпаем соль 1/4 чайной ложки, пищевую соду 1 чайную ложку и сахар 200 граммов. Перемешиваем до ровного распределения. Вливаем кефир 500 миллилитров и снова тщательно размешиваем. В самом конце добавим подготовленные яблоки. Размешаем. Тесто готово. Раскладываем тесто по формочкам. У меня вышло 12 штук, плюс еще 5 в силиконовых формочках, которые я просто смазала растительным маслом, не посыпая манкой. Печем в разогретой духовке при 200 градусах 30 минут. Как только они будут золотистого цвета, и если их проколоть деревянной палочкой в середине, то она будет сухая, значит готова. Кстати, если будете выпекать большой пирог, то температура нагрева духовки должна быть 180 градусов, а время выпечки примерно 50 минут. Готовые манники сверху посыпаем по желанию сахарной пудрой. Вот так быстро можно приготовить вкусную выпечку к чаю. Попробуйте обязательно. Кстати, ссылку на манник большой, но без яблок, вы найдете внизу в описании. Приятного аппетита! До новых видео! Спасибо за комментарии! Пока!